Феодосия Иванова, российская художница-космист. Родилась в Якутии. Северная природа – одна из главных тем творчества. Важным событием в жизни Феодосии Ивановой стало путешествие по Индии, вдохновившее художницу идеями космизма. Живет и работает в Москве. С 2005 года является членом Международного художественного фонда. Я родилась в Якутии, и все для меня, ну, северная культура для меня очень близка, потому что у меня такие тесные культурные связи с Якутией и с их культурой. Соответственно, конечно, я не этнографический художник, который вот занимается только фольклором, да, а у меня, например, оно из глубины идет, это творчество, да, то есть потому что мне нравятся легенды, сказания, разные эпосы, и прикасаться к ним. И я черпаю там очень много вдохновения. Для меня это просто большой источник радости, счастья, осознанности, потому что там очень много загадок, тайн, и можно черпать, много смыслов. И любая сказка, любая легенда любых народов, она несет в себе мудрость, несет в себе какое-то нам послание. И очень интересно это послание читать. Вот и все мое творчество, оно об этом. Я всю жизнь соединяю две эти вещи, вот нашу русскую традицию и якутскую. Мне хочется все это соединить вместе, и вот эту огромную дикую природу и вот культурную составляющую, вот то, что здесь есть театр и музыка. То здесь больше, конечно, такой культурной традиции, да, а там в основном природа. Это огромная территория, тысячи километров. И вот всем кажется, что там ходят белые медведи, и там очень холодно. На самом деле это не так. Вот резко континентальный климат, там, где я, например, живу. Там жаркое лето, очень яркое, жаркое лето. Очень красивые июньские закаты, просто на небе просто феерия красок. Феерия, это все серое, это все должно быть скудно, это все белый снег и серость, ничего подобного. Серый снег здесь, в Москве. А там снег, снег отражает от розовых, там, голубых, пурпурных тонов. Он меняется в зависимости от времени года. И поэтому, конечно, вот этот по цвету, по краскам, это... По воздуху. Это удивительный край. В легендах и сказаниях всех народов, или всех народов, они где-то в одной точке они соединяются, потому что они все об одном и том же. Они все о любви к земле, они все о любви к матери, о любви двух начал и о том, что нужно беречь свою землю. Сколько бы я ни читала мифов и легенд, и сказок, все об одном и том же практически. Только, конечно, разные культуры, они несут в себе вот это своеобразие свое, свой колорит, да? Потому что каждая географическая ландшафт, он несет в себе другое небо, другой цвет. Конечно, соответственно, здесь Беларусь, это удивительные широты, леса. Конечно, здесь все свое, свои орнаменты. Но самое интересное, что и тюркские орнаменты, и русские орнаменты, они где-то они все очень похожи, потому что они изображают одинаковые символы практически. Изначально символы, они вот все очень, они все похожи. Поэтому, конечно, читая вот эти орнаменты, читая вот эти символы, как будто бы читаешь послание тех людей древних, и оно ничем не отличается. То есть мы даже где-то отстаем от них, потому как они владели уникальным знанием соединения с космосом. По сути дела, это все о том, что человек связан с космическим пространством, с Вселенной. Мы все одно. И поэтому, конечно, я иногда восхищаюсь вот этими древними знаниями, древними людьми, насколько они были близки к природе и близки к космосу. Конечно, просыпается, как мне кажется, некоторая память. У нас заложено. Очень много мы просто об этом как-то не думаем, забываем про это. И возникают какие-то образы, например, или я могу увидеть это во сне, или это просто приходит во время работы, да, то есть какие-то вещи, которые ты не осознаешь вот, в реальной жизни, когда ты начинаешь работать с этим, вдруг какая-то проявляется удивительная, удивительный образ, который для тебя, кажется, не свойственен. И потом только уже я этот образ начинаю об этом узнавать, эти образы, об этом могу прочитать даже. То есть сначала я нарисую, а потом уже читаю. И это такое получается постоянное познавание. Это интересно.